Идущий на профит, приветствую тебя. Привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть. Лайки, подписчики, колокольчики, нажимаем, прожимаем, дожимаем, начинаем. Сегодня 17 мая. Давайте смотреть, что у нас по битку. Эксперты, гипологи говорят, что у нас типа гип, ну перевернутый, да, соответственно, вот такой гип, да, типа левое плечо, правое плечо. И по норме отработки, типа, надо сейчас заходить вот здесь вот, и на уровень башки мы должны прострелить на 30, ну там кто-то 32, кто-то 35 тысяч. Но я думаю, что скорее нет, чем да, потому что я говорил в предыдущем видео, неправильный этот гип, да, почему вот этот вот уровень выше, чем вот этого, он не должен, уровни должны совпадать. Вот, например, на мелких, тут сейчас очень хороший гип формируется в другую сторону, где тут. Па-па-парам-парам-пам. Ну, типа вот. Плечо, башка. Ну, тут, опять же, под плечи, ниже, чем это, не очень релевантно. Ну, короче, вот в такую структуру, которую все, многие, я видал, рисуют, мол, у нас рейндж, мы вышли из него, сейчас тестируем, тут, естественно, надо было залетать, и сейчас мы поедем на коррекцию к 40 тысяч, я не верю, потому что, опять же, на битме, опять на эфириуме фандинг перегрелся. Также видим альты после передышки. Все. Очень горячие, плюс на Binance. Ну, не выходит шортить, не шортит толпа. Ну, видно. Мы должны как минимум там к приходу и тесту здесь были 48%, чтобы вот такую вот нарисовать бибу. Ну, 48% надо было нам получать. Нет, там 60% стабильно. Вот, даже эфириум открываем. Ну, видно, что наверняка также рейндж чертят. Или там, например, треугольник. Да, типа вот это вот ложный был у нас замес. Сейчас вот что-то такое. Вообще, по сути, мы тестим его снизу, получается. Ну, ладно, пускай по демарку как надо. Это надо справа налево чертить, а не слева направо. Треугольник. Вот уже, ну, получается немного косорылком какой-то этот треугольник. У нас же чертит слева направо, да? Слева направо. Ну, типа, выбили, второй раз подходим, ну, на пробой. Ну, не знаю, по мне это какая-то ерунда. Что у нас тут лимитки сверху? Под 31500 лимиты стоят прям под хай. Ну, кстати, мы и от них оттолкнулись тут нормально. На 31000. Вот они снова здесь стоят. Да, понятное дело, что как бы время для лонга рано или поздно придет. Но просто сейчас я, ну, реально не вижу никаких пока вариантиков. Ну, локально может быть. Будут какие-то истории, но нормально так сидеть в позиционке, в лонгах. Странная идея. Кстати, Бьюри. Слышали, Майкл Бьюри, а Apple зашортил. Бьюри, Майкл. Нифига себе, что ты давно на Apple не смотрел. Тут же вообще раш. Тысячелетний булран. Жесть. Я даже не знаю, какие тут цели ставить. Ну, прям амбициозные цели можно поставить в районе, где-то вот здесь вот, полтинника. Тут была бы интересная покупка акций Apple. Но сейчас не знаю, какие цели у Бьюри. Но на это будет интересно посмотреть. По сиплу, кстати, первая цель есть. Сколько там было? 3900. Ну, вроде как отбились. Что там внутри дня происходит? Точнее, дневка. Ну, вроде даже как выкупили. Вроде даже как тело закрылось выше предыдущей тени. Это классно. По CP. Возможно, будет Америка пробовать, так скажем, к предыдущему рейнджу отойти. И потом на 3308. Может, и крипте дадут передышать, снимут удавку с шеи. Вообще есть такая гипотеза, конечно, вот что касаемо битка.
В том плане, что, ну, устроит похожий запил, что и здесь, где там шаблон-бар. Вот, похожий запил... Что такое? Шаблон-баров, вызываю тебя. Вот. То же самое, что и здесь устроит запил, да? Только уже, ну, эта тема выйдет вниз, а не вверх. Я думаю, так. Ладно, давайте смотреть, что у вас в комментариях. Все-таки пока тотальная неопределенность на рынке. Давайте смотреть. Пообщаемся с вами. Спасибо, Гэмблер. Благодаря тебе я начал инвестировать в крипту в ноябре 2021 года. И теперь с Мерседеса пересел в Жигули. Ах, красава. И переехал из трехкомнатной квартиры в общагу. Но я не отчаиваюсь, так как у меня еще остался велосипед и коробка от холодильника под мостом. Красава. Бонжорно, сеньор. Удачного тебе дня. Спасибо за сочную инфу. Спасибо. Спасибо за обзор, спасибо за ответ. Спасибо. Помню, совсем недавно Стасей поздравлял. А, с 1000. Уже почти 3000 подписчиков. Растем. Растем. Лайк не глядя, а ты взгляни. Для меня сервис. Зашел в шорт по 2.28. Где лучше долить, на твой взгляд? Вообще с доливками не ко мне. Я уже надоливался свое. Отдоливал. Так. Ну, в принципе, тут надо было все тейкать. Что я и благополучно сделал. Можно, конечно, еще на один забой пойти, да. То есть, ну, какой-то дать передышку и забой. Ну, в принципе, весь рынок примерно так выглядит. По 2.2.8. А че? Ты же взял нормально. По 2.2.8. Все, тейкай, блядь. Ну, ладно. Я не знаю, ты тейкал здесь? Если да, то сиди там, надеюсь, у тебя процентов 10 только осталось от шорта. Ну, я бы так лично сделал, я бы 90% тейк кидаю, 10% уже, ну, на, если прям будет супер скам, типа как у Луны, оставляю там на 5-10. Это, конечно, редко так случается, но когда случается, это очень сильно окупается. Поэтому я не знаю, что тебе советовать. Надеюсь, основная позиция зафиксирована. Держи, дожимай, ты, ну, надолго. Если прям дадут, что очень вряд ли где-нибудь, ну, я не знаю, вот выше куда-нибудь разгонят до, почти до двушки, доливай. Наверное. Ладно, финансовый совет не буду давать. Не доливай. Я бы долил. Вот так вот я бы сказал. Вот. Лайк не глядя. Так, это поставил лайк. Как же верить, если за время пробежки твой прогноз стал неактуален? А вдруг этот неактуален станет? Так я говорю, нельзя верить никогда никому. Не верьте, не смотрите. На крестик нажали и все. Вот. Там просто я давал два варианта. На лонг и на шорт сетап. Вот. Так как... лонг уже был не актуален, но если бы я выложил обзор, кто-нибудь зашел, потому что недавно был случай в чате, я просто сказал, что выглядит все шортово, и чувак залетел в шорт, и, блять, что-то там с риском 25% или 20% депозита, я что ли не помню. Я думаю, надо поменьше давать всякой темы такой. Люди не всегда умеют пользоваться рычагом, плечом кредитным. Отрежь оттуда и вставь туда, нагнись и сопоставь, точно прилетит тебе прибыль. А, бро, как научиться шарить, как ты? Нужен алгоритм действий. Есть желание, буду благодарен за информацию. Да не знаю, большой алгоритм действий, понимаешь, он, во-первых, все время меняется. Это алгоритм... Блять, по традиции звонят. Секунду. Традиционный звонок в студию. Так, ладно. Вот, поэтому про алгоритм. Алгоритм, во-первых, всегда меняется. Во-вторых... Тут большая... Почему трейдинг не для всех? Тут большая доля какой-то то ли удачи, то ли что, я не знаю, как это сказать. Ну, вроде шортово смотрится. Вроде и ты думаешь, что шорт. Ну, взял и не вошел в сделку и как бы не укатал свой депозит, потому что все против пошло тебя. А иногда, наоборот, ну, зашел в сделку и все поперло. Все поперло, заработал. Ну, короче, такая... Ну, трейдинг это такое тяжелое. Тяжелая тема алгоритма. Точно нет, вам тебе, наверное, кто-то насоветовал. Это не трейдер, чувак просто рисует свои фантазии на графиках. Хочешь научиться торговать? Сиди и торгуй. Не смотри всякие мусор. Начни бухать, станешь бухгалтером, начни трейдить, станешь трейдером. Ладно, Александр Савенко, что у нас за эксперт такой? Нету? Ноунейм какой-то. Тогда мы его заблокируем, чтобы
Лишний раз он не попадал на мусорные обзоры. Вот. А в общем и в целом. Ну, кстати, вот этот вот парень. Начни бухать. Веселый. Вот. Но. Что тебе сказать? Я даже не знаю. Сказать торгуй, и будет тебе счастье, и ты рано или поздно там поймешь, как торговать. Не знаю, я с 2016 по 2019 потратил 3 года, я не понимал, как торговать. Я, ну, вообще дерево было в этом. Я постоянно сливал только, сливал. Ну, благо у меня там депозиты были по 50, по 100 долларов. Не особо... Ну, не то, что жалко, жалко, конечно, и такие деньги жалко. Но все равно, как бы, нормально. Вот, но сейчас... Честно, у меня нету, как вот на работе, делай А, делай Б, делай С, профит. Тут непонятно, что делать всем, тут сплошная анархия. Там люди многие не выдерживают. Многие думают, что там сидит просто какой-то психолог и играет против них. Они встают лонг, против него шорт. Тут он встает в шорт, против него лонг. Да что такое? Я просто много раз встречал такое мнение. Луна была, есть и будет. Спецам всех уровней масти необходимо сообща или врозь. Завладеть ресурсами агрессора, переводить их в Луна и сжигать ее. Хочешь спасти Луна? Распространи этот текст. Блять, на самом деле мне Луна уже как бы и в чате, и вообще везде уже бесит, блять. Все, я вот хочу ее просто забыть. Я ее шортанул, заработал. Но Луна, вот что такое Луна, я сейчас покажу примерно ее график и ее будущее. Это SLP, вот открывайте, да. Вот это Луна. Вот это Луна. Вот это Луна, да. Вот, она достигает там дна, дает какой-то шорт-сквиз, потом опять, потом дно, потом она все пробивает дно. Так это, по-моему, не полный график, там еще есть Binance US, нет, SLP Binance, наверное. Вот, график Луны, вот это будущая Луна. Это невозможно торговать. Это либо надо, короче, отмороженным... Я не знаю, там, как в Mad Max, брать баллончик, там, краски, пшикать в рот и лонговать ее. Либо, я не знаю, если честно, все уже, ее история закончена. Там вроде как даже CZ сказал, что это бред, а не блокчейн какой-то. Плюс фаундер какой-то дебил, блядь, ну, извиняюсь. Ну, как бы тебе нужно вообще высказать эмоции, сказать, что это, ну, жопа полная. А он... Говорит, что ну там мы форк новый запустили, все хорошо, все будет. Ну, короче, ну вот просто от начала до конца там фаундер вообще надо, я не знаю, уголовное дело на него завели, не завели, нет, там надо еще, конечно, проверить. Такие там кормачил в Твиттере, что она там и она 10 раз АТХ поедет и поспорил со всеми, и вообще пипец. Шорт на АП, икс, хорошо, что не стал ловить. АП бы тебя выплюнул с шорта. Это к чему? Я что-то говорил. APUSD. Binance. А, вон, на Binance что-то у меня там. В смысле, а что? Я не знаю, у меня вроде как. Я за низ топил. Вниз и пришло. Не знаю, про что ты, может, что-то локальное я там тебе сказал. Мне то же самое, про твою монетку никто не слышал, а про Луну весь мир уже в курсе. Знаешь такую фразу, не бывает плохой рекламы. Так теперь, проскинь мозгами, ты входишь в сделки шансом 1 к 3, с профитом 30% или 200%, или сколько? Просто не игрок, я просто не игрок на фьючах, а тут у тебя шанс 1 к 1, но потенциальная выгода гораздо больше 200 или 300%. Почему бы не поддержать такой громкий проект на сумму, которую тебе не жалко? Это не ФОМА, это риск менеджмент и стратегия. Я что-то не понял. Это про Луну или про альткоин, который я говорил, который я буду лонговать или что, я что-то не понял. Если это про Луну, ты входишь в сделки шансом 1 к 3 с профитом 30% или 200%. А, ну да, 2 к 1 я вхожу. Я просто так, а у тебя тут шанс 1 к 1, но потенциальная выгода гораздо больше 200 или 300%. А как это 1 к 1, но потенциальная выгода больше... 200. Если ты входишь 1 к 1, это значит твой риск, давай логарифм уберем, твой риск и прибыль 1 к 1. То есть ты заберешь, вложишь 10 рублей, там потеряешь 50% рублей, либо заработаешь плюс 50% рублей. В смысле? Что-то я не понял, а что за математика? 1 к 1.
Но потенциальная выгода гораздо больше или 200-300%. Это не один к одному. Если потенциальная выгода 200-300%, это уже получается 1 к 4. Не, я тебя не понял, чувачок. Почему бы не поддержать такой громкий проектный сумму, который тебе не жалко? Какой, ты пиши про что ты. Если ты про Луну, не хочу я поддерживать этот проект. Все, с ней кончено. Сейчас меня пукан разорвет. Не бесите меня с этой Луной. Ура, я дождался. Гал, глянь по-братски. Да нечего там смотреть, по-моему, если я не ошибаюсь. Галину. Нету. Нечего тут смотреть. Все, до новых встреч, да прибудет с вами прибыль, пока.